для 50 такая большая. Пройти 200 метров, вот тебе там холодит. Денег вообще. Вот тебе. Мысли очень вообще. Вот. А еще здесь очень странно, потому что над каждым камешком, над каждым крабком, что? Я не знаю, как это объяснить, но это так. Вот. А еще мне кажется, фотографируют. Окей. Вон там колье. Купочка, купочка, купочка. Надежда, дождики не оправдались. И вышло солнышко, и началась сумасшедшая жара. И это очень плохо, потому что очень многое хочется обойти и посмотреть, но это просто не состояние сделать, потому что очень жарко. Поэтому вот по деревцу на лавочке еще можно как-то жить. И мы немного догуляем до храма девственниц и пойдем на очень классную смотровую площадку. Ну и где твоя девственница, папа? А? Ты чувствуешь, когда идешь вдвоем с папой смотреть на девственницу? Да, папа, я люблю. Это девственница? Да, не стал. Прекрасно. Чего не без голов? Ну, там одна из голов. Где? Вон, да. А вон, вижу. Все без голов, это так грустно. Девственница вообще болит. Вообще. Много. Ты в видео тоже расскажешь, где ты там отрезали голову? Это просто, я просто вставлю кусок там, где ты это говорил. Ты же записала? Да. О, две, смотрим, вторая девственница. А, или она не девственница? Нет, тут все девственницы. А, тут все девственницы. Не девственниц нету. А там тоже храм девственниц? Он большой храм девственниц? Нет, просто ориентируюсь по таким вот... По трем колоннам. Ага. Я поняла. А вот у Ватикана минет? Вот он. Нет? Нет. Это собор, возле которого мы пишем. А, я поняла. Прикольно. Очень красиво, но дофигаще людей. Дофигаще людей. Я не из ада. Я не демон. Я добрая, милая девушка. Демон. Я не демон, не надо мне рожки строить. Фу, все равно не люблю все это. Отвратительно. Сам демон. Причем самое интересное, на этой площадке людей совершенно немного. И все позируют как могут, по-разному, и это очень-очень классно. Мы уже погуляли по Палатину и Римскому форуму, и сейчас идем в сам Колизей, вовнутрь, если так можно сказать. Вот, отсняли все, что нужно. Я очень надеюсь, точнее уверена, что будут очень классные фотографии, поэтому обязательно следите за моим инстаграмом. Ссылочка будет в описании, и мы вошли в Колизей. Погуляли по Колизею, безумно устали, поэтому сейчас мы едем домой отдыхать и обрабатывать фотографии. Увидимся завтра, пока! Всем доброе утро, и сегодня мы переезжаем во Флоренцию. И у нас осталось буквально 40 минут для того, чтобы собрать чемоданы и выселиться, потому что потом у нас поезд. И вот я не знаю, как это сделать, потому что чемоданы вообще не собраны, ничего не готово.
Но надо что-то как-то делать, поэтому я пошла собираться, а мы с вами увидимся совсем скоро. Мы уже в поезде. Мы опоздали на поезде. У меня порвался рюкзак. У нас поломался чемодан. Но мы уже в поезде. Поэтому я буду монтировать видео, смотреть сериал и, возможно, спать.